А вот, если говорить об онлайн-бизнесе, то я все-таки в какой-то момент начал понимать, что Amazon — это вообще не про равноправные отношения, что ты всегда в роли подопытного в каком-то смысле. То есть на тебе тестируются алгоритмы, на тебе тестируются какие-то новые правила, и ну, в любой момент может произойти что угодно. А вот, я для себя сделал вывод, что, ну, как бы, чем раньше появится возможность уходить в белые схемы, тем раньше это нужно начинать делать, то есть уходить в компанию в США, торговать через официальные договора с официальными дистрибьюторами и так далее. То есть это как бы модель, которая завязана на Amazon.